А перед началом видео я рекомендую вам подписаться на мой новостной канал Telegram, в котором вы раньше всех будете узнавать о новых проектах, о выплатах и о свежих новостях. И это еще не все. Подпишитесь и узнайте больше. Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Интернет и Деньги, и в этом видео мы поговорим, почему я захожу в проект Qubitedge. Теперь уже проект Qubit Life, все изменилось, новый домен, все это вот так теперь красиво выглядит, и далее мы поговорим о причинах, почему я сюда зашел на такой стадии. Стадия у проекта сейчас такая, что старт его был, если я не ошибаюсь, 6 июля 2020 года, то есть уже менее чем через 3 месяца проекту исполняется год. Обычно я на таком этапе проекта не захожу, но я проанализировал проект, плюс есть еще одна причина, почему я сюда зашел, кроме самого проекта, я тоже ее озвучу. Но пока что давайте начнем с проекта. Во-первых, я посмотрел на развитие, посмотрел, какие у проекта обороты, какие суммы до сих пор сюда заходят. Плюс лидеры ездят на бейскэмпы по разным странам, обучаются. Это тоже очень классно. И есть ежедневные отчеты, есть торговые роботы, сигналы по криптовалюте. Также запускаются новые сервисы и еще будут добавляться еще новые. И поэтому я решил, что все-таки проект будет развиваться. Плюс есть команда самого проекта. Давайте взглянем. По данной команде можно все отследить в интернете. Здесь все реальные люди. Не как обычно это в хайпах. Просто картинку представить и все. Здесь действительно все это так. Если мне не верите, можете посмотреть презентации по проекту. Там вам все расскажут и объяснят. Я решил сюда зайти, во-первых, здесь классная доходность, да, окупаемость здесь не быстрая, но доходность очень классная, потому что даже если вы не будете приглашать, то чисто по пассиву от вашего вклада вы получаете 250% прибыли, то есть еще плюс 150 сверху к вашему депозиту. Я считаю это неплохо, но по прибыли выходит примерно так. Давайте перейдем, вот здесь есть раздел «Ежедневные отчеты». Вчера, например, за 13 марта был вот такой процент доходности 0,66, за 12 0,79, ну и вот можно, в принципе, отслеживать вот такие здесь в проекте проценты. Они, в принципе, сдержанные, так что, скорее всего, именно поэтому проект так долго живет. Средний результат 0,84%, это усредненный между всеми процентами за все дни. И я считаю, что в принципе довольно неплохо. В месяц можно зарабатывать от 21 до 25% прибыли. Ну, конечно, все зависит от суммы вашей лицензии. Плюс здесь очень крутая партнерская программа. Если вы активный человек, то вы здесь заработать сможете очень много, потому что здесь есть несколько бонусов. Есть бонус «Быстрый старт». Есть прямой бонус, это от вклада ваших рефералов. Далее бинарный бонус, командный бонус и ранги и бонусы за ранг. Соответственно, то есть все это очень круто можно зарабатывать. Особенно самый прибыльный, я считаю, это бинарный бонус, потому что по бинару здесь очень крутые начисления. Если вы активный человек, то вы здесь сможете зарабатывать очень много. Но бинар, в принципе, здесь тоже сдержанный, потому что в неделю вы с бинара можете вывести максимум ту сумму, которая у вас на депозитах. То есть, например, 1000 долларов вы вложили, за неделю максимум 1000 можете вывести. Если на бинаре вы заработали больше, то, соответственно, 1000 вывели, а остальное просто-напросто сгорает. Вот такой маркетинг. Таким образом вас подталкивают сделать еще депозит, чтобы не упускать прибыль и, соответственно, все заработанное выводить, чтобы оно не сгорало. Бонус «Быстрый старт», то есть после 15 дней, если вы, например, вот заходите в проект, вы создали депозит, и в течение 15 дней вы можете пригласить 4 человека. Если вы это делаете, то, соответственно, вам дают бонус, лицензию бесплатно, и вам по ней тоже будут идти начисления, которые вы сможете, соответственно, выводить. Более подробно я расскажу в других видео. Вот здесь, кстати, есть пример этого бонуса. Вот прямой бонус и бинарный. Все, в принципе, видно по процентам. Ну и все, конечно, зависит, как я сказал, от того, какой у вас вклад. Есть 4 группы. Это бронза, сильвер, голд и платинум. Суммы разные. На каждой есть еще одна подгруппа. Я чуть позже в кабинете покажу. Вот здесь бонусы за ранги. Далее условия достижения ранга. В общем, все это сможете изучить. Давайте перейдем, соответственно, в мой аккаунт. Вот мой аккаунт, вот моя лицензия, я инвестировал минимальную сумму 100 долларов, так, закроем,
Вот, $100 у меня инвестировано, и сегодня уже должно быть первое начисление. Я инвестировал в пятницу, сегодня воскресенье, но, как мне в чатах объяснили, первое начисление приходит примерно через 48 часов. Так что как-то так. Вот, тут вы можете выбирать лицензии, вот, например, бронзу выбираете за 100 баксов, есть вот бронза плюс $500, далее сильвер 1000, ну и так далее. Вам тут отображается, сколько за месяц, сколько будет общий результат. Все это довольно интересно, но о самом маркетинге чуть подробнее я вам расскажу уже в других видео. А теперь о второй причине. Первую вы уже поняли, проект классный и он может еще долго работать. Это не говорит о том, что это действительно будет так, потому что риск, конечно же, есть, как и в любом проекте. Но, тем не менее, я решил рискнуть и зайти сюда на классный маркетинг и, во-вторых, на обучение. Что же это за обучение, на которое я решил зайти на таком этапе проекта? Обучение это от команды Crypto Kings, то есть вы проходите регистрацию, делаете хотя бы минимальную лицензию, далее пишете своему наставнику, если вы будете регистрироваться по моей ссылке, то в вашем случае пишите мне в личку, например, в Telegram, в общем, все ссылки будут в описании, и пишите «хочу команду». Далее я вам дам ссылку на сайт, в этом пройдете регистрацию, и, соответственно, там будет все обучение. Что будет непонятно, можете спрашивать, но я посмотрел отзывы участников команды Crypto Kings, и они все, ну, возможно, не все, но многие начинали там, с 50-100 баксов, а сейчас зарабатывают не по 1000 долларов в месяц. Так что я считаю, оно того стоит в любом случае. Даже если что-то будет с проектом, хотя я думаю, что ничего с ним не будет. Вот, но даже если будет, то я 100 баксов не пожалел, потому что я считаю так, что я, в принципе, заплатил за обучение, которое дается бесплатно, если вы покупаете лицензию. Немножко запутанно я рассказал, но я думаю, в принципе, все должно быть понятно. Так что, ребят, вот как-то так. Ссылку на Qubit Life я оставлю под видео в описании. Кому интересно, заходите и присоединяйтесь к команде Crypto Kings. Если вы еще в интернете не зарабатывали, то, уверяю вас, если вы будете действовать и выполнять все, что нужно, то, соответственно, заработок у вас будет очень большой. Конечно же, не совсем сразу. Возможно, пройдет несколько месяцев, но через несколько месяцев я точно уверен, что заработок будет уже хорошим. Так что, ребят, вот вам две причины, почему я зашел в Qubit Live и решил здесь зарабатывать. Конечно же, да, другие проекты я тоже не бросаю, буду тоже развивать, но основным теперь у меня будет Qubit Live и, соответственно, обучение в команде Crypto Kings. Что ж, все ссылки в описании, всем удачи и большого профита. Если что, как я сказал, пишите в личку «хочу в команду». Всем удачи и до новых встреч!